Кришна, Кришна, Чайта, Кришна, Кришна, They know everything. They know. No, no, they know every time I'm giving class, but they don't want to hear. They are very busy in seva, no? I have time for Dhamma Dhamma Ajahn. Today may be last. They are Siddha Purushas, no need. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo. В первую очередь я предлагаю пранаму нашему Гурудеву, Вишнубхатр Данди с вами, Сибхактивидант Нарайнага с вами, Махараджу. Рупануга Гуру Парампаре, Вишнавам и Вишнаве Дандават. Итак, мы продолжаем читать Брихад Бхагаватамриту. Возможно, сегодня мы закончим. Когда Сатибама услышала славу Враджаваси, особенно от Рукмини, от Деваки, она впала в ман, как будто бы приревновала гопи, отправилась к себе в комнаты. Кришна понял, что Сатибама заревновала, и он разозлился. Он сказал слугам, приведите эту глупую дочь Сатибаму. Сатибама услышала это, но очень испугалась, потому что в ведической культуре, конечно же, разводов нет, но если она мужа отвергает или муж ее отвергает, она отправляется в дом своего отца. Кришна произнес имя отца. Она отправилась к Кришне. И Кришна получил возможность проявить славу Враджаваси напрямую из своего рта. Он сказал, о, глупая женщина, если бы я хотел бы, я бы оставил вас всех жителей Двараки в одну секунду. Но просто я знаю, что если я туда отправлюсь, я не доставлю им счастья. Я им не доставлю счастья, вернувшись во Врадж. Поэтому я и не иду. Мы это объясняли в прошлый раз, почему Кришна не вернулся во Врадж. Кришна описал, что единственная причина, по которой я женился на вас всех, царицы Двараки, ваши лица просто немножко похожи на Враджа Гопи. И Рукмини тоже говорила, что она оставит свою жизнь, если она меня не обретет. Она отправила письмо Брахману. Отец Рукмини, он хотел, чтобы Рукмини вышла замуж за Кришну, но он был вынужден предложить ее другому человеку. Но она написала любовное письмо, отдала одному брахману. Этот брахман отправился в Двараку. Кришна увидел этого брахмана, предложил ему пранама. И спросил его, о, брахман, наверное, вы пришли сюда по какой-то причине. Если вы думаете, что это уместно, скажите, пожалуйста, зачем вы сюда пришли? Тогда этот брахман
отдал это письмо Кришне. Рукмини открыла свое сердце. О, Кришна! То, что предназначено для льва, не должно быть отдано собаке. Таким же образом я должна быть твоя, потому что ты равен своему имени, своей форме, лилам и своим качествам. Поэтому если я не могу быть твоя, я ставлю это тело, совершая аскезу. Кришна не хотел оставить Брахмана. Какую-то плохую новость ему сказал. Поэтому он решил жениться на ней. Это было не из любви, но из чувства долга. Возможно, Кришна Атмарам, он самоудовлетворенный. Ему не нужен никто для его наслаждения. Это тоже может быть правда. Кришна сказал, что когда услышал вот эту новость из уст Брахмана, его звали Кишкинд, а он туда отправился, где жила Рукмини. Тогда тысячи царей собрались и сражались ради руки Рукмини. Рукмини указала в письме: «Я могу выйти наружу». Она как бы указала Кришне, как можно ее украсть. Есть такая традиция: перед свадьбой нужно поклоняться Деви. Деви — это йога майя. То есть Рукмини предложила молитвы. Да, все жители Кишкина тоже молились. О, Бхагаван, если у нас есть какой-то сукрити, мы отдаем все ее Рукмини, чтобы она могла бы выйти замуж за Кришну и ни за кого другого. Йога Майя. Рукмини знала, что Кришна примет ее. Она проявила всю свою красоту для наслаждения Кришны. А эти цари, они были все демонические. Они были против служения Кришне. Они хотели только наслаждения самим себе. Когда они увидели красоту Рукмини, эту тонкую талию и полную грудь, и ее глаза похожи на лотос. Но же Сварупа Шакти Дракадиши Кришны. И царица, она была такая прекрасная. Вместо того, чтобы подумать о том, что Рукмини — это наше божество поклоняемое. Однажды во время утренней прогулки я сказал, что эти тысячи царей, они упали в обморок. Однажды на утренней прогулке я сказал Гурудеву: там тысячи царей, и они упали в обморок из-за вожделения. Представляете, Радика Радхарани в тысячи раз еще более красивая. Гурудев смеялся. Поэтому он говорит, что никто не может увидеть Радхарани, если у них есть анардхи. Эти все цари были в обмороке. И тогда Кришна пришел, взял ее за ее талию и отвел на свою колесницу. Возможно, царица Рукмини, у них какая-то есть гордость, что они захватили Кришну только из-за того, то есть благодаря своей красоте. Но Кришна говорит: нет, я только из чувства долга женился. Также он раздавил гордость всех этих царей. Он принял ее в качестве жены. Также, увидев Рукмини, моя память о гопи, она увеличилась. Когда я смотрю на Рукмини, я вспоминаю гопи, и я чувствую спокойствие. Поэтому я женился на Рукмини только лишь для того, чтобы я еще более часто вспоминала в Раджа-гопи. Также тысячи других цариц.
Был один демон Наракасура, он украл 16 108 принцесс, не только с Земли, но и с других планетарных систем. И он собирался что-то ужасное с ними сделать, но Кришна, он их спас. На самом деле, они уже находились в доме другого мужа, поэтому они были... Кришна их освободил, куда бы они пошли, бы они не могли вернуться обратно. Кришна знал, что не должен был, но все равно он так добр, что он дал им свое прибежище и женился на них. И они приняли прибежище у лотосных стоп Кришны. Он сказал, только лишь потому, что все остальные царицы, они похожи на гопи, которые проводили Катьяне в Рату. Только лишь по этой причине я принял их. Кришна говорит, Двараки, я не чувствую даже и капли той счастья, которую я чувствовала во Вриндаване. Во Врадже я чувствовал такое счастье, что я не мог понять, этот день или ночь. Я просто лишь был погружен в эти волны лил, Враджа лилы. Это означает, что вот эти жители Враджа, они полностью захватили мой ум. Я не знал, день или ночь. Кришна проводил прекрасные лилы, как убийство вот этих демонов. Он говорил, я их убивал как-то так играючи. Я выгнал Калию, и я поднял Говардан всего лишь одним мизинцем. Погрузившись в океан экстаза Враджа, даже полубоги приходили ко мне молиться, но я их не слушал. Я просто наслаждался своими лилами. Когда Брахма предложил своих 40 молитв или даже больше, Кришна даже не слышал его. Только лишь когда Брахмаджи сказал в своих молитвах, упомянул Враджаваси, тогда Кришна повернулся в его сторону. Кришна сказала, я убил демонов как-то так играючи, но у меня даже не было времени защищать полубогов. Нарада Муни пришел озабоченный, потому что Кришна настолько погрузился во Враджа Лилу, потому что он пришел и забыл о своей самой главной цели, по которой он пришел, защитить преданных, убить демонов. Он полностью был захвачен счастьем Враджа Лилы. Когда Кришна был в Нава Вриндаване, он проявил такую сладость, что все просто стали подобным безумцам. Кришна говорит, что же говорить о Враджавасе? Я захватил все это творение движимых и недвижимых предметов. А тогда я захвачиваю, когда я бываю одет в одежду пастуха с флейтой. Тогда и Индра, Брама, все полубоги, также и другие, как коровы, и кусты, и птицы, и облака, движимые и недвижимые, создание с сознанием и без сознания. Вся Вселенная была заполнена премой. Все вели себя совершенно не в соответствии со своей природой. Но лилы Кришны, они настолько сильные, что всего лишь даже слыша
всего лишь о его лилах и осуществляя пять составляющих частей преданности, нама, киртана, повторение святого имени, слушание Шримад Бхагавата, проживая в Матхуре, служение божествам, всего лишь совершая этих пять частей преданности или девять частей преданности, предлагая все Кришне, служа ему, как-то прикасаясь к Кришне, преданный Кришна ведет себя совершенно не в соответствии со своей природой. То есть до этого мы думали, я мужчина, я женщина, но когда они прикасаются к этой лиле Кришны, тогда вот это вот служение Кришны проявляется. Лила Кришны настолько сильная и могущественная, что когда душа слышит об этом, тогда она соединяется с милостью Кришны. Кришна говорит, даже совершенные души, они тоже, например, коровы, они всегда едят, они двигаются и едят, жуют. Когда они слышат флейту Кришны, они просто останавливаются, и трава выпадает из их рта. Телята забывают пить молоко, и молоко просто струится по их шее. Птички, они забывают, как петь, они просто застывают. Гирирадж начинает двигаться. Гирирадж начинает двигаться и плавиться. Лила Кришна, природа Кришна, имя, качество и лила, все принимает другую природу. То есть те души, которые забыли о Кришне, они вспоминают про Кришну. Те, которые уже достигли совершенства, они тоже принимают другую природу. То есть гопи, они такие возвышенные. Они когда слышат флейту Кришны, они тоже все забывают. Его лила такие могущественные. Все это проявляется. Царица Двараки, я женился на вас только из-за Вриндавана. Когда мы приходим во Вриндаван, мы чувствуем счастье от повторения святых имен, от слушания Катхи, потому что Вриндаван такой могущественный. Кришна разозлился на Сатьябаму, что Кришна сам стал открывать славу в Раджа. Во многих местах Кришна открывал славу Вриндавана. Например, там Господь Индра предлагает молитвы, Брахма, Балья, Удава. Во многих местах мы видим, что какие-то люди предлагают молитвы. Гопи тоже в экстазе Брахмагиту, Гопи-гиту говорят, но чтобы Кришна сам говорил. Гуру Махарадж говорит, Кришна иногда предпочитает открывать славу Вриндавана через других преданных, как Удава или Брахма. Ну что, Брахма – источник четырех вед. Брахма, Адигуру, он прославляет Вриндаван, тогда весь мир будет слушать. Удава, когда прославляет Гопи, ну что, он же самый лучший брахмачари. Если кто-то такой, как Удава, прославляет Гопи, тогда весь мир будет слышать, весь мир будет... Кришна говорит... И если Кришна будет раскрывать славу Гопи, то все подумают, ну он же любит Гопи, поэтому, конечно же, он будет их прославлять. А в материальном мире, например, муж говорит, о, моя жена самая лучшая или самая прекрасная. Жена может быть и уродливая, но от любви он так говорит. Кришна говорит вот эту славу. Но кто-то может подумать, что Кришна...
он не объективный. Из-за поведения Сатьябамы Кришна вот это все произнес. Кришна говорит, всего лишь спросите Калинди, Калинди и Рукмини, Калинди и Рахини, эти преданные, они видели Враджалилу. Он сказал, спросите у Калинди, правда это или нет, потому что она видела Враджалилу. Она видела мои лилы с Враджавасе. Она все напрямую видела. На самом деле Калинди это как честь Ямуны. Кришна говорит, несмотря на это, я не могу почувствовать счастье в Двараке. Несмотря на то, что я окружен своими родственниками и преданными, и своими родственниками. Поэтому Сатьябама, она возгордилась, услышав славу Гопи. Поэтому он немножко не напрямую произнес, Санатана Госвами описывает. О, Сатьябама, ты так возгордилась. Поэтому мне сложно разбить твою ревность. Поэтому я оставляю свою флейту. Он что-то говорит, но это как саркастично. То есть разбить твою гордость таких глупых девушек, как ты, вообще несложно. Поэтому даже флейта для этого не нужна. Например, для кого-то играть на флейте – это низкий уровень. В ведической культуре, если кто-то играет на флейте или на каких-то музыкальных инструментах, это человек низкого уровня. То есть они как такие бродячие музыканты. Они приходят, они что-то играют и поют. И тогда богатые дают им какое-то пожертвование. Поэтому это считается низкого уровня. То есть Кришна сказал, для кого же я могу играть на флейте в Двараке? Потому что здесь такое у меня глубоко уважаемое положение, я не могу играть на флейте. Только лишь я играю на флейте для того, чтобы разбить гордость Гопи. Но для таких, как Сатьябама, даже не нужна флейта. Эта Дварака приносит мне лишь беспокойство. Я не могу даже должным образом описать, насколько Вриндаван выше, чем Дварака. Однажды Трикрама Махарадж сказал, что когда Шукадев с вами рассказывал Бхагаватам, тогда многие-многие разные слушатели там сидели. Некоторые следователи кармы, гьяна, ништха, какая-то вера в процесс йоги. Кто-то верил просто в материальное наслаждение. Кто-то в Смарту верил, Кармаканду. Когда Шукадев Госвами рассказывал Бхагаватам, множество разных слушателей там было. Бхагаватам не для них было рассказано, но для других предан Шукадев Госвами всего лишь для некоторых было рассказано, как Парикшит Махарадж. Может, там как Сута Госвами или еще кто-то. На самом деле, тема Враджа, она не для всех. Когда Шукадев Госвами со своими закрытыми глазами он описывал Враджа Лилу, тогда его глаза закрывали, чтобы он не слышал вот эту всю этих всех слушателей, потому что он видел, что некоторые они думали, Кришна пришел, чтобы установить религию. Зачем же он проявляет такую греховную деятельность, как прикасание к чужим женам? Парикшит Махарадж, он рассказывал не для тех, которые вот так вот относились. Шукадев Госвами, когда он услышал этого человека, он тогда так разозлился. «О, царь, я уже сказал тебе». Я сказал, что если кто-то может достичь Кришну посредством зависти, страха, как Камса, или
Зависть – это Шишупал. Кама, как Кубджа. Почему же гопи не могут достичь Кришну? В чем же проблема? Как после этого он перестал рассказывать Враджа-лилу и Раса-лилу. Он стал рассказывать лилы Двараки. Тривикра Махараджа говорит, что это доказательство, что Харикатха может только между Вайшнавами проходить. Даже Гурудев говорил. С тех пор, как я поехал в Америку, я не могу больше Враджа-лилу рассказывать. Потому что для кого-то будешь рассказывать, только для кого-то, у кого есть это настроение. Но в Америке во всех местах только одно настроение – наслаждение. Поэтому есть большая разница между теми, кто слушает Харикатху на уровне противном Кришне, то есть против Кришны, но и уровень Сева Кришне – это большая разница. Некоторые слушают Харикатху, у них нет вкуса, нет шатхи, они просто должны слушать, они просто из чувства долго слушают это. Это большая разница с другими людьми, те, которые слушают и в качестве севы. Поэтому Рупа Госвами говорит, что имя, качество и лила Кришна, они проявляются в сердце того человека, который с настроением сева. А это кто? Это Враджаваси. Они проявляются в соответствии с ними. Кришна говорил по этой причине. Что же говорить о том, чтобы проводить здесь такие лилы в Двараке? Я даже и рассказать их не могу толком. Очень глубокий урок в этом. Из всех тут, вне Враджа, только Шукадев Госвами дорог мне. Почему? Потому что у него была такая же према, как у них. Я не могу рассказывать эти вещи в Двараке или еще где-то. Затем Шукадев Госвами расскажет все эти лилы. Бхагаватам проявилось после того, когда Кришна завершил свои лилы. Это один из шести вопросов мудрецов Навашарани. О, Сута Госвами, пожалуйста, расскажи. Кришна вернулся теперь в свою обитель. Где же мы можем найти религиозные принципы? Это один из шести вопросов мудрецов Навашарани. Сута Госвами сказал, когда Кришна ушел на Голоку Вриндаван, все знания, вся дхарма, религиозность ушла вместе с ним. Поэтому Кришна теперь проявляется только в одном месте. Это Шримад Бхагаватам. После того, как Кришна оставил, он говорит, мои лилы во Врадже, они будут немного рассказаны, но Шукадевам Госвами. Не думайте, что Бхагаватам – это все лилы, это всего лишь одна капля. После того, как я уйду, он расскажет все эти лилы. Кому? Парикшита Махараджа, которому стоит поклоняться точно так же, как Шукадеву Госвами, потому что он имеет столько много вкуса к слушанию. Вот. Кришна говорит, сначала проявится Бхагаватам, затем Парикшит Махарадж примет этот Бхагаватам, и тогда Парикшит Махарадж проявит вторую, Брихат Бхагаватам. На самом деле, Шримад Бхагаватам проявляется во многих-многих-многих книгах, как Гупал Чампу, Брихат Бхагаватам, Лалита Мадхава. Мозг Премы в тысячи разных местах. Эти шесть Госвами, они проявили Шримад Бхагаватам в многих-многих-многих способах. Теперь можно понять, насколько разумен Удава. Увидев настроение Кришны, Кришна опять же полностью погрузился во Враджа-лилу. Что же случилось?
Ну, возможно, Кришна опять в настроении разлуки. Может быть, он отправится во Вриндаван, кто знает, что случится. Пока Кришна полностью погрузился во Враджа-лилу, понимает, даже Кришна не говорит, что я сам не могу этого вкусить вне Враджа, я даже не могу этого описать, когда Кришна в таком настроении. Что же он будет делать, куда он пойдет? Тогда Удава сказал царицам Двараки: вам нужно остановить его, чтобы он не говорил эти вещи. Да, он указал Сатьябхаме и Рукмине, все окружили Кришну, преклонились к его стопам, стали плакать, стали молиться и пытались его удовлетворить. Если мы... Обычно это Кришна в Раджа-гопи так подходит и пытается их удовлетворить, но в Двараке ману он очень слабый, поэтому они преклонились к его ману, к ману Кришна. Да, Удава указал Рахине и всем остальным принести напитков и еды всякой, приготовление. Баладев только принял омовение. Удава тоже сказал Баладеве: пойди и скажи, что Нарада Муни приехал. Таким образом, Удава, он отвлек ум Кришна от темы Вриндавана. Все царицы Сатьябхама и Рукмини, они молились Кришне, а с другой стороны, там уже напитки и всякие приготовления. Также Баларама должен был сказать, что Нарада Муни приехал. То есть таким образом Кришна должен был отвлечен от темы Вриндавана. Когда Кришна увидел Нараду, он улыбнулся. О, Нарада, почему же он сразу не приходит? Кто же его остановил? Удава улыбнулся и сказал, что Нарада чувствует немножко себя стыд и страх. Но Кришна, он любит брахманов. Он встал, пригласил Нараду в дом и произнес: «О, Нарада, ты всегда пытаешься угодить мне. В этот раз ты очень меня угодил, потому что ты дал мне память о Вриндаване». Кришна сказал: сначала разлука, она подобна огню. И безграничное несчастье приходит от разлуки. Но когда опять встреча приходит, эта встреча дает такое счастье, такое удовлетворение. Нарада, ты заставил меня вспомнить о Враджавасе. Поэтому ты дал мне такое счастье. После разлуки ум становится спокоен, удовлетворен. Как будто бы он достиг счастья встречи. Я очень счастлив, что ты мне дал это чувство, как будто бы я опять встретил Враджаваса. Поэтому я хочу тебе дать благословение. Потому что, вспоминая своего возлюбленного, это как давать саму жизнь. Ты дал мне часть, ты дал мне возможность вспомнить Враджаваса. Ты мне дал саму жизнь. Кришна говорит: хотя невозможно забыть возлюбленную, все равно, когда приходит такое воспоминание, это приносит счастье для жизни и души. У нас есть эти фестивали, как явление Бхактивинода Такура и ухода Гурудева, явление Кришны, Махапрабху явление, Нарисимхадева явление. Почему? Потому что это дает счастье. Вспоминания. Эти дни очень важны, памятование. Кришна сказал: ты дал мне такое благословение, я смог вспомнить Враджаваса и Вриндаван. Я очень удовлетворен.
Поэтому проси о любом благословении. Кришна стал кричать «Джай! Джай!». Нарада стал играть на вине, и киртан спел о каких-то лилах из Вриндавана, Яшамати Нандана. Нарада Муни, он путешествовал в Праяге, на Южную Индию, на планету Брахма, планету Шива, обратно в материальный мир, к Хануману, к прохладе, вернулся в другое место, где Хануман жил. Тогда опять на землю, в Хастинапур, в Двараку. Но самое лучшее из саду, который путешествует по всей Вселенной. Когда он услышал, что Кришна хочет дать ему благословение, он очень обрадовался. Сначала Нарада Муни взмолился. Это первое благословение. Кришна дает самое лучшее благословение. Он может дать то, чего не может дать никто другой. Но мы глупые. Чего бы мы попросили бы? Мы бы что-то глупое попросили. Потому он нам и не предлагает никакое благословение. Но преданные, они как лебеди. Они знают, как выпить молоко из воды. Поэтому они знают, как лучшее взять у Кришны. Первое благословение Нарада Муни. Я прошу о благословении, чтобы никто не смог бы быть удовлетворен, совершая служение тебе или премой. Не означает, сколько бы они ни делали бы, они бы всегда хотели бы больше и больше и больше. Я хочу вот такое благословение. Мы не такие. Мы думаем, 68 кругов прочитали. О, Господи! Но возвышенные преданные, они день и ночь повторяют святые имена, и они все равно, им не хватает. Бхакти Вайбав Пуригаса Махарадж говорил, кто-то думает, что... Если кто-то думает, что я совершил сева, нет человека более греховного, чем он, который так думает. Нарада Муни сказал... Я хочу благословения, сколько бы они ни получили милости от Кришны, сколько бы они ни совершали бхакти, сколько бы они ни чувствовали бы према, они бы всегда хотели бы больше и больше и больше. Кришна услышал это и рассмеялся. О, Нарада, ты такой хитрый. Что это за благословение это такое? Это уже природа моей милости, моего бхакти, моей према. Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил, «О, Кришна, я достаточно милости уже получила, достаточно». Это только Радика может такое сказать, «Кришна, оставь в себе свою милость». Но так никто не говорит такого. Иначе, почему преданные молят о милости Гурудева каждое утро? Они же не говорят, «Ой, я достаточно милости получил, мне больше не надо». Неважно, сколько бы милости не получил, преданный хочет еще больше. Неважно, сколько шравана киртана он бы не совершал, он хочет больше и больше, потому что это према бхакти. Кришна — это антарьями, он сверхдуша. Он знает, кто куда пошел, кто что делал. О, лучший из саду, лучший из мудрецов. Все преданные, которых ты видел и у которых слышал, от которых и от Праяга до сюда. Помните, он сначала в Праяг, потом на юг Индии пошел, на райские планеты, на планету Брахма, на планету Шивы. Когда он встретился с Прохладом, с Хануманом, с Падовыми, и с Двараковаси, и с Ядовым.
Кришна говорит, все преданные, которых ты встретил вот в этих всех местах, они все получают мою милость. И все они могут освободить весь мир. Один преданный может, один вайшнав может освободить весь, всю Вселенную. Но почему вся Вселенная не освобождена? Но вся Вселенная не слушает. Если бы она слушала наставления преданному. Внешне мы столько всего делаем, но на самом деле мы, что, как мы можем, если только мы слушаем Харикатху. Гурудев говорит, что Гурудев обманывает тех, кто не слушает Харикатху. Он говорит с ним о материальных вещах, как твоя собака, как твой дом и тому подобное. Всегда нужно быть очень аккуратными, чтобы не позволять гуру вайшнавам нас обмануть и говорить с нами о материальных вещах. Однажды был последний фестиваль Гурудева в Италии. 2-3 часа он со всеми общался, тысячи преданных. Он был там, он сидел там и слушал. После того, когда они все ушли, Гурудев сказал мне, даже ни один человек не спросил у меня про баджан, он сказал. Все, как увеличить свой баджан. То есть все приходят и думают, о, я встретил Гурудева, я общался с Махабхагаватом. Но на самом деле общались ли они, это большой вопрос. Поэтому не тратьте это время. У вас есть такой шанс, такой высокий вайшнав. А о чем мы с ним говорим? Мы просто свое время тратим. Когда они уйдут, мы не сможем никого в этом обвинить, кроме самих себя, что мы потеряли это время. Сарасвати Такур говорит, что многие люди говорят, что я общался с Гурудевом, я получил его милость. На самом деле нет. Многие люди говорят, что они общались с Гуркишор да с Бабаджи Махараджем. Он говорит, нет, ни один с ним не общался. Ни один. Кто же слушает? Кто общается? Это вопрос. Кришна говорит, все эти преданные, они получили мою милость. Все могут освободить все три мира, каждый из них. Но все равно есть своего образа, уровни преданных. Гуру Махарадж говорил, полные, более полные, самые полные. Кришна в Двараке, полный Кришна в Матхуре, еще более полный Кришна во Вриндаване, самый полный. Но все. Но все-таки все преданные, которых ты встретил, никто не удовлетворен своим бхакти, никто из них не думает, я достаточно сделал. Это только мы думаем, о, я достаточно сделал. Они так не думают. Поэтому нужно попросить, поэтому проси другое благословение. Поэтому Нарада Муни, он погрузился в такое счастье. Он подумал, какое же второе благословение мне попросить? Поэтому он попросил два благословения. О, Бхагаван, ты никогда не удовлетворен. Хотя Кришна себя отдает другим, он никогда не удовлетворен. Это его природа, Кришна. Вот поэтому Кришна дал так много счастья судами. Кришна почувствовал стыд. Он подумал, он мне дал так много. Как же я могу ему отблагодарить? Поэтому он ему не при нем дал богатство, но потом, когда он уже ушел. Это его природа. Гуру Махарадж говорит, что даже в Расалиле, когда Кришна молится Гопи, о Гопи, я не могу вам отплатить. Кришна сказал эти слова. Я не могу оплатить Гопи вам за вашу севу. Даже если бы у меня была бы жизнь долго, как у Брахмы, я бы не смог оплатить вам. Поэтому просто, пожалуйста, будьте удовлетворены своими собственными святыми качествами. И Кришна полностью захватил Гопи этими словами. Их сердца расплавились, растаяли, когда Кришна сказал так. Кришна полностью захватил Гопи.
Кришна думает, неважно, сколько бы он ни давал преданных, он думает, этого недостаточно, он всегда должен преданным. А преданные тоже думают, что неважно, сколько бы я ни делал, я не могу отплатить за доброту Кришны. Это природа преданных. Кришна сказал, Нарада сказал, о, моя тяжелая работа увенчалась успехом, потому что теперь я могу оценить всех этих преданных, которые получатели твоей милости. Иногда мы видим многие преданные, ученики Гурудева, они получили разные милости. Ни один человек не мог слышать всю харикатху Гурудева, поэтому очень важно слушать харикатху, ничего не пропускать. Поэтому все, что я делала, это большое благословение для меня. Поэтому все вайшнавы, которых я встретила, это все твоя милость. У меня есть одно желание, которое долго-долго я держу в своем сердце. О, Кришна, ты как лебедь, который плавает в сердце в Раджавасе, дай, пожалуйста, мне благословение, чтобы я мог бы путешествовать везде и приносить счастье всему миру. Всегда испевать нектар твоего сладкого имени, особенно этих имен, которые пришли из Гокула, которые проявились из твоих неописанных, неописуемо прекрасных лил пастушка. И это означает, пожалуйста, пускай я всегда буду рассказывать вот эти вот враджа-лилу. Это самые возвышенные лилы. Джаевадхарма Бхактивинода Такур говорит, тот, кто слышит Наймитика лила Кришны и Нития лила Кришны. Это два типа слушания. Бхактивинода Такур говорит, на самом деле это крам асудха. Слушание Наймитика лилы и Аштакали лилы – это не то же самое. Пожалуйста, пусть я всегда буду рассказывать враджа лилу. И второе благословение. Гуруджи Махарадж всегда это говорил. Почему мы совершаем Вриндавана парикраму, потому что это благословение он дал Нараде. Нарда попросил у Кришны. Люди, которые описывают твою враджа-лилу ртом, или слышат ушами, или думают в сердце своем об этом, которые прикасаются к твоим и местам твоих лил, какими-то частями своего тела идут или предлагают дандаваты. Пусть этот человек получит вечное служение твоим лотосным стопам. Каким лотосным стопам? Которые украшены кумкумом с тел гопи. Почему лотосные стопы Кришны имеют столько силы? Потому что они прикасались к гопи. Гуру Махарадж, почему мы каждое утро идем вокруг Вриндавана? Потому что из-за этого благословения, которое Нарада получил у Кришны. Поэтому особенно во время картики у нас есть возможность находиться тут на картике, сидеть на Севакунджи и слушать, какую же лилу Кришна проводил тут. Тогда мы идем на Ямуну, там тоже очень много лил, которые проводила Кришна, на Кишагат. Памшиват, прямо тут рядом. Столько мест, прямо тут рядом. Кто касается этих мест и слушает харикатху тут, эти люди достигнут према-бхакти. Это из-за моего благословения. Копинат протянул свою руку и дал ему благословение. И сказал, хорошо, пусть будет так. Нарада Муни ничего для себя не попросил. Такой щедрый. Если бы мы бы сказали, Кришна, дай мне то, дай мне все. Но Нарада Муни попросил для всего мира. Так? Нарада Муни, он впал в экстаз. Он стал петь и танцевать. После
После Нарада с Кришной Баларамой приняли обед, множество сладостей и напитков, рис, который приготовила Деваки. С Кришной Баларамом он почитал прасад. Рукмини дала ему все приготовления, показала Деваке и Рахини. Рукмини под руководством Рахини и Деваки. Вот это я приготовила, вот это приготовила она. Сначала им показала приготовление, потом преподнесла. Удава вспомнил все приготовления, которые были приготовлены. Это было предложено Кришна Баларами и Удаве. Тогда Сатьябама овивала их Джамбавати и остальные. Они прислуживали. Хотите ли еще покоры? Удава, он не мог вспомнить все, что было предложено. Некоторые приготовления были горячие, поэтому Сатьябама обвивала их. Джамбавати предлагала холодную воду. Кто-то просто восхвалял прасад. Кто-то овивал Кришну Балараму и Нараду. Кто-то зажег благовоние, чтобы распространить приятный аромат. Затем Кришна своей собственной рукой поместил сандаловую пасту на тело Нарады. Кришна помыл рот и стал поклоняться Нараде, предлагая ему украшения. И тогда Нарада, он стал рассказывать эту катху другим мудрецам. Все эти мудрецы слушали славу Бхакти Деви, они оставили свои другие практики, карма и другие. Они тоже они вдохновились на преданное служение посредством Харикатхи Нарады. Я хочу закончить словами Парикшита Махараджа, что он своей матери сказал. После того, как Шукадева Госвами рассказал Шримад Бхагавату, Парикшит Махарадж имел пару часов перед своей смертью. Поэтому услышьте, пожалуйста, очень хорошие стихи. Парикшит Махарадж в Дасе Расе. Ну, немного есть какое-то прикосновение гопи. Бхактивинода Такур описывает Джайва Дарме. О, мать! Тебе нужно совершать баджан каждый день. Гопи Кишора, молоденького пастушка, который завороженный прямой Раджа Гопи. Какого Кришну помнить, того, который всегда захвачен Радикой? Кришна всегда управляет настроением мамы Яшоды, Радики. Возможно, у него матери есть такое настроение, поэтому Парикшит Махарадж говорит это. Тебе нужно совершать баджан каждый день Гаура Кишора Кришна, который заворожен премой гопи, который всегда окружен гопи. Нужно всегда совершать нама санкиртану и желать севы гопи. Так же, как, например, пчела не может поднять гору Меру, я не могу рассказать ни о славе ни одной из гопи Кришны. Мой Гурудев был погружен и постоянно воспевал имена Кришны. Но даже он не мог произнести имена гопи. Шукадев Госвами, он же не произнес имя Радики.
Он даже Лолиты и Вишаки имена не произнес. Они настолько возвышены. Он не смог произнести имена в Раджа-гопе. Почему? Причина в том, что гопи, они как огонь према. Даже вспоминая гопи, когда приходит памятование, сердце моего Гурудева, оно было бы побеспокоено этим, и он просто не смог бы произнести их имена. Санатана Госвами дает большой комментарий. О, мать, если ты будешь совершать баджан Гопинатхи, вспоминая его лилы, такие как Расалила, а по его милости, ты тоже всегда поймешь некоторую славу Гопи также. И последний стих. Тот, кто слышит, воспевает и принимает прибежище у этой прекрасной книги, тот очень быстро получает ту же самую прему Шри Кришне. Поэтому слушайте. Кто слышит эту Шримад Бхагаватам, Брихад Бхагаватам или слушает ее, то он получает любовь Шри Кришны. Мы закончим. Это было, наверное, 40 лекций по Брихад Бхагаватамрите. Мы спросили преданных, что же преданные хотят. Большинство из них хотят Джава Дарму. Это как Библия Гаудия Сиддханта. Что делать, куда ходить? Ну, нужно изучать Джава Дарму. Послезавтра мы начнем Джава Дарму. Это невозможно, но мы попробуем по одной части делать каждые 2 дня. Мы, наверное, закончим картики, но мы попробуем. Потому что Джава Дарма подобна океану. Гоу Примананда, Хари Кришна. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Go Premana Now feel guilty about Pearl.